Химкинский водоканал успешно реализует инвестиционную программу. В этом году провели сети водоснабжения и водоотведения к нескольким микрорайонам города Ферсановка и Подрезково. План составили, исходя из параметров сети. Проверка показала их изношенность. В итоге заменили больше километра сетей на улицах Пушкина и Новозаводская, переподключили абонентов. Рабочие поставили новые задвижки, увеличили диаметр труб, установили пожарные гидранты. Реализация данной программы направлена на улучшение качества подаваемой воды абонентам, снижению аварийности, ну и, естественно, снижению технических потерь воды. Также генеральный директор Химкинского водоканала отметил, городской округ постоянно развивается, ведут строительство многоквартирных домов, объектов социальной сферы и торговли. Новых абонентов также в плановом режиме подключают к сетям водоснабжения и водоотведения.